Біля! Харківча! Тричі! Слава! 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 Москалям! Тричі! Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала суммарные ориентировочные потери российских войск за трое предыдущих суток в Украине. Об этом она написала на своей странице в Facebook. По данным оборонного ведомства Украины, за время военной операции в Украине российская армия потеряла 27 самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 бронированных машин, 49 пушек, 1 ЗРК «Бук», 4 «Града», 30 единиц автомобильной техники, 60 цистерн, 2 беспилотника, 2 корабля и множество средств ПВО. Маляр также назвала приблизительное количество убитых военных. По информации Минобороны Украины, Россия потеряла около 4300 личного состава в ходе боевых действий.